Охайя! И сегодня я постараюсь помочь вам сделать красивую или эстетичную ос. Хочу закрепить. Многие авторы считают, что эстетичная ос – это стиль софт, но эстетика – это не только нежные и теплые оттенки. Это также и яркие, и красочные. Своими словами я не хочу убедить кого-то пользоваться моими советами или идеями. Начнем с цвета кожи. Цвет кожи может быть любым, но сделать демона или инопланетянина никто не запрещал. Самые используемые цвета кожи это бежевый, светло-коричневый, светло-бежевый. В волосах. Если вы хотите сделать красивую прическу, то советую делать ее необычной, стараясь использовать все слоты, добавляя хвостики, бантики и так далее. Хочу сказать от себя, что для бежевого оттенка могут подойти все цвета в слоту. Для светло-бежевого подошли бы черный, белый. Для светло-коричневого подошел бы черный цвет. Ну а вот что у меня вышло. Глаза? Глаза бывают разных оттенков. И по-разному подходит, вы можете выбрать любые глаза, но я бы взяла такие или такие. Используя графики передвижения, вы можете изменять глаза и делать их ниже, или же выше, вам решать. Ну а вот что у меня получилось. Одежда. Чтобы сделать красивую, эстетичную одежду, нужно постараться, но и тут можно использовать так называемый стиль. Вешалка. Гармонично ставя одежду и цвета, вы сможете создать потрясающий образ. Вот что вышло у меня.